Неплохо комбинируют хоккеисты в белой форме. Очень быстро ходит шайба. Гребешков. Одно касание, передача. Вот теперь можно и бросить. Не стал бросать Гребешков. Не очень удобно было. Гол! 1-0 в пользу Витязя. Марио Кемпе забрасывает первую шайбу в континентальной хоккейной лиге. Шведский хоккеист с 20-м номером на спине. Но великолепную передачу он получил. Через пятачок никто этому пасу помешать не сумел. Куда и Лекомцев старались, конечно, это сделать. Но Лекомцев только клюшку в одну сторону направил. Сразу же шайба прошла мимо него. И передачу здесь, конечно, Дмитрия Цыганова стоит отметить. Кемпе даже таким жестом поблагодарил своего партнера.